политика, она дает возможность рынку найти то равновесие, которое трудно достигнуть, когда неопределенность слишком высока. Сейчас, что касается денежно-кредитной политики, неопределенность и понимание механизма ее функционирования, мне кажется, находится на очень высоком уровне. И это не в последнюю очередь заслуга Банка России, который довольно открыто коммуницирует с рынком. Прозрачность фискальной политики, она здесь, возможно, сравнительно несколько ниже. Нам хотелось бы получить ответ на вопрос, когда появится трехлетний бюджет. И параметры антикризисного плана. Параметры антикризисного плана известны.